Короче, следующий босс на баг... через Багровую арену бежать. Через лес. Через лесок. И вот здесь вот умение Бога предстанет во всей красе. Так, сохранюсь, пожалуй. Блин, что-то душ у меня, да? Надо что-то сделать, наверное. Хранилище байтов маленькое. Так, что я тут качал? Надо стойки скачать. Я до сих пор так и не знаю, чуть стойкость. А? Как вам? Как вам умение Бога? Это просто имба-пушка. Ну, может быть, конечно, и другие имба-пушки есть. Я не знаю, я карабинами там всякими не пользовался. Я вот за дробовики только скажу. Ну, по-моему, это дробовик, да? Ну да, не по-моему, а точно. Потому что он у него, как это сказать, разделенный урон. Боги тоже слоупочат иногда. Так что не обращайте внимания. С этих, кстати, КРПшки падают. Иногда. Лежать. Чё, козёл? Вот так вот. Давай уже заканчивай, парень. Все равно проиграешь. Вот так вот. Вот, и следующий босс живет вот здесь. Этот босс, ну, он посложнее. Он сложнее тем, что... увидеть. Может быть, даже есть смысл так вот сделать. И может быть, даже есть смысл рассеивающий пластырь. Что? Сложность этого босса в том, что он призывает вот этих козлов. Вот, теперь она его... И теперь эта пуха их вот так вот убивает. С двух выстрелов, грубо говоря. Эти козлы конечны. Поэтому главная моя задача их завалить.
сначала. Потом разобраться с тем. Блин, зараза. Он мне, конечно, доставил проблем с первого раза. Без нормального оружия он доставляет проблем. Я уже жаловаться хотел. Перемещается парень, призывает своих. Сейчас я начну бой. Падла. Сложный босс. Ну, достаточно сложный. Блять. Не-не-не. Это не та клавиша. Паскуда. Можно вот сюда забежать. Вот сюда забежать и там стоять, но я, честно говоря, так и не понял, наношу я ему там урон или нет. Что он как-то далеко телепортируется от меня в этот раз. Нет. Ну все, один выстрел готов. Тут оружие не дают, всякую требуху дают. Ну тоже хорошо. Коты поддержки. Котов поддержки. Так, тут нету черный ящичка. Или нету. Вот. Такой вот босс. И есть
Еще один босс, которого я... До которого я тоже дошел. Сейчас пойду к нему. И вот этот вот, какой нам по счету, четвертый босс больше всего хлопот доставляет, на самом деле. Во-первых, к нему трудно добежать. Во-вторых, он... В общем, сейчас увидите сами.